Мое мнение, вот на данном этапе своей карьеры уже Сайгид должен был выступать в UFC. У него где-то полтора года назад была проблема с сердцем, потом у него была проблема с рукой. И чуть-чуть травмы его, так скажем, притормозили рост в его профессиональной карьере. Потом он после травмы вернулся, проиграл. И вот крайний бой его, который он провел в Пензе против очень крепкого бразильца, он выиграл бой. И я считаю, что это очень хорошая победа для него. Над крепким бойцом, над крепким соперником выиграть после поражения, выйти на победную серию, это очень важный момент для него был. Let's go, Saygid! Мне нравится то, что Саигид всегда говорит. Да какая разница, просто каждого соперника надо выигрывать, и тогда ты придешь к успеху. Так что он должен просто продолжать выигрывать каждый бой. В этом весе, в этой организации он хочет выиграть титул, хочет стать чемпионом по среднем весе в GFC. Но так как у меня очень мало времени было на подготовку и на весогонку, ну там в общем 2 месяца у меня там, если я на 70 буду гонять, мне получится надо не 20 диет держать, а вместо этих 20 дней диеты я могу кушать и нормально тренироваться. Чуть непонятно у него же, но тот бой 70 был, сейчас на 77 будет. Я ему говорю, не гоняй, давай выступай за 77, это мое личное мнение, навязывать, которое я не хотел бы ему, но когда он перейдет за океан, когда будут серьезные бои, лучшая организация, когда будет, можно отгонять. Но сейчас пускай берется 77 кг.